Уважаемые земляки, я очень люблю наш город. А еще я люблю сумчан, добрых, отзывчивых и порядочных людей. Один из нас – Сергей Клочко, делающий для Суми горожан много нужных и полезных дел. Сергей Клочко не будет представлять интересы какой-либо партии. Никто не сможет диктовать ему, за какие проекты голосовать. Давайте же поддержим человека из народа. Он живет среди нас, поэтому будет защищать простых людей, тружеников, пенсионеров и малообеспеченных граждан. Олигархи коллекционируют дорогие виллы, машины и драгоценности. А Сергей Клочко коллекционирует добрые дела. Не пустыми словами и обещаниями, а конкретными полезными делами занимался Сергей Владимирович, будучи мэром города Сумы. Именно он, Сергей Клочко, будет достойно представлять и отстаивать наши интересы в парламенте. Будем мудрыми и сделаем правильный выбор, от которого зависит наше будущее. Счастья вам, любви и добра!